Ребята. Давай пойдем. Не, стой, Никита, ну дай мне, я вот в этом плане вообще профессионал. Хорошо, давай, давай. Семь, Ну 7 секунд. скажи. Хорошо, голландская защита, согласен. Солидный дебют. Особенно в сочетании с бредовым Тихо. решением. А, так, стоим на паузу, немножко заглохал со Ну связью. давай, давай, ферзь h4. Ну что стоим? Ферзь h4. Никита, у меня Все что-то. нормально со связью. Алло. Да, я тебя слышу. Итак, мы выстраиваем свою суператаку. Ну, у черных уже шикарная позиция, Кирилл. Ты слишком хорошо играешь опять. Соперник должен вывести слона и пойти в 2-0. Ты не понимаешь всей сути рубрики. Вот g5 это ход из... Как бы... Он в духе. В духе данного формата. А то, что ты до этого делал, это слишком сильно. Дашь 5, да, потом g5 не глядя. Сейчас можно пойти король f7. Так. Во-во, смотри, подтянули. Сейчас, подожди. Пошли вперед. Что мы действительно, чем боимся? Отличная позиция. Да. Пробьем на e6, король пойдет в атаку, там король e5 сыграем, если что. В крайнем случае. Да. Пойдем королем мат поставим, серьезно. Давай, поехали. Ни разу не ставили мат королем. Невозможно. Но я имею в виду, чтобы король принимал участие в матовой атаке. Напал на ладью. Кого это волнует? Хотя, с другой стороны, мы можем развиться. Ну, конь f6. Смотри, все фигуры атакуют. Я Все думаю, в позиция атаке. белых уже безнадежна. Все в атаке. На полном серьезе. То есть, жест, он же ты неотразимая гроза, похоже. Как любит Петя говорить, все в атаке. Почему белых все фигуры стоят так? Потому что мы пожертвовали 164 пешки. e4 это грамотно, на самом деле. Теперь мы можем побить королем на f5. Отлично. Ну, слон g3, давай накидывать. Нет, смотри, я вспомнил, что я техничный шахматист. Ну. О, боже. Вот смотри, ты наверное, сейчас думаешь, что наша идея взять ферзя. Нет, Ты конечно. очень глубоко ошибаешься. Наша идея пойти на d3. Скрыть своего ферзя. К сожалению, она не работает. Ну как еще подкрутить? Думай. Я знаю. Как? Так это не подкрут. Смотри. Ферзь c6 был ход. Давай ферзь c6. А в чем Смотри. идея? Дали Честно, шах. на король h1, на ладья h2 пойдем. Я не знаю зачем, но пойдем. Он не пойдет король g1. Пойдет, пойдет. Ты видишь. Он пойдет на f2. Тем более, побьем. Вообще, о. Ну тем более это работает, давай. Ладно, бьем. Там ферзь на c4 уйдет, и мы загнемся. Ну, кого это волнует, действительно? Бьем ладью. Да, ферзь на c5 уйдет. Ну тогда мы дадим мат. Не, Да. наверное, все равно черных выиграно или нет, может уже не знаю. Пешек как-то маловато. По-моему, мы сейчас мат дадим, нет? Не знаю. Все. Ну ладно, даем мат. А, он пойдет снова 6 или 4, я забыл. Но он этого не сделает. А, там, кстати, есть идея. Смотри, снова 6, ладья 6, 4, конь f4. Конь f4, зачем? Поддать ферзя и сдаться. Здорово. Ну нормально, нормально. Да, технично. Отлично.